отличным шайбом в этом матче. И какой момент! И тут сейчас не получилось на полной скорости. А вот еще шанс! Аликин! Какой сейв сейчас Евгения Аликина! Ларсен, да, просто обязан был забивать. Но как среагировал Аликин, уже лежа на льду. Он делал паузу, здорово подключил. Умарк! Дают бросить пока, крутит, вертит Линос. Кому сделать пас? И подправление, гол! Забивает все-таки Салават Юлаев. Как там здорово! Подставлена клюшка на пятаке. Но будем откровенны, гол назревал. Ворота Аму. Легко стараются играть. Чисто Салават Юлаев. А вот контратака. И вот выход один на один. Пожалуйста! И гол! Вот это да! Амур в меньшинстве 1-1. Успел Горшков мешать. Последние секунды. И можно бросать, и гол! И гол! Фантастика! По-моему, секунда оставалась до сирены. Рух забивает. 5 на 3 обороняется Салават. Таких шансов, возможно, у Амура не будет. Бросает Загорный, добивание, и гол! Игорь Руденков забрасывает эту шайбу и свою третью в сезоне. 5. Картиканин. Получилось все-таки из-за ошибки самих игроков Амура. Атака, продолжение. Аликин чуть подвыкатился. Молодец. Вратарь сократил угол обстрела и опять спасает Евгений свою команду. Ну и Умарк тут. Помните, да, какие они были сумасшедшие в первом периоде. Сколько мы классных комбинаций атак видели. Вот! Шансы, это гол! Как там оказался Сошников перед воротами, непонятно. 3-2 Салават Юлаев. Низом он все-таки прошивает. Выиграли. И надо бросать. Бросок Мецела. И все-таки... Да, уже времени нет. Салават Юлаев одерживает тяжелый.